Первое шоу посвящено празднованию Дня защитника Отечества и состоится 22 февраля. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона России среди профессионалов между Николаем Бузулиным Тюмень и Павлом Маликовым Москва весовой категории до 61 килограмма. Международная презентация проекта «Ночь чемпионов» состоится 29 апреля для гостей «Формулы-1» Сочи, где планируются титульные бои за звание чемпиона мира и Европы среди профессионалов по боксу. В числе первых участников уроженец Краснодарского края Дмитрий Михайленко и Евгений Чупраков. Организаторы проекта «Ночь чемпионов» проводят два премьерных турнира совместно с известным российским промоутером Германом Титовым. На каждом шоу зрителям гарантирован чемпионский бой.